13 августа, 22 год, Месречинский район, и вот Тихая Окота у нас. Сегодня у нас грузди. Сегодня у нас грузди. Вот они такие желтоватым оттенком, мохнатые грузди. Вот тут набрали, правда, маленьких мало встречается, но ничего, пока так. Так, сегодня у нас день груздей. Вот они прячутся, маскируются. Вот так вот. В листве, в траве. Мохнатый грусть. Мохнатый грусть. Вот он такой. Мохнатый. Мохнатый, примохнатый. Молодых. Мало молодых. Вот такие в основном. Попадается вот и осиновый грусть, белый, вот такой белый осиновый грусть, лопушок, но мы их не берем, осиновый. Так, кроме груздей, вот сыроежки попадаются, сыроежки. Симпатичные. Вот как отличить настоящий грусть. Мохнатый, волосатый. Настоящий белый грусть. Вот он такой. Вот его мохнатость. Вот. И на разрезе, на срезе. И выделяется сначала белый сок, который желтеет буквально через несколько секунд. Вот он, желтеющий млечный сок, в тени лучше видать. Ну и сама ножка имеет трубчатое строение, то есть, видите, да, отверстие по центру стержня проходит. Трубчато видные ножка имеет. Вот такой грусть настоящий. Так, груздочки наши. Вот они. Маскируются. Один. А здесь вот другой прячется. А запах-то какой у них. Груздовый. Приятный. Вот еще третий. Четвертый, пятый и вот шестой. Шестой. Тихая охота закончилась в Пестричинском районе. Сегодня день груздей. Правда, лопушковатые грузди собрали. Посмотрим, что с ними будем делать. Спасибо всем за просмотр. Всем полных корзин.